Кетеван Арахамия Грант выиграла международный шахматный турнир «Королева Балтики», который завершился в Санкт-Петербурге. В заключительном туре шотландка сыграла в ничью с серебряным призером чемпионата Европы 2004 года Джао Цзиньпен из Голландии. По итогам 9 туров Арахамия Грант набрала 6 очков. Второе место заняла чемпионка Европы 2006 года Екатерина Аталик из Турции, отставшая от победительницы на полочка. Всего в турнире участвовали 10 гроссмейстеров из 8 стран.